Прививка от коронавируса стала обязательной. Медицинские работники, государственные и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сферы обязаны пройти вакцинацию. Соответствующее постановление главного санитарного врача регионального Роспотребнадзора вступило в силу. Новшество касается также лиц старше 60 лет, представителей промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетиков, вахтовиков, волонтеров и людей, проживающих в социальных учреждениях. Обязательная вакцинация в Приангарье введена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и слабого темпа прививочной кампании.